Добро пожаловать на Уральскую усадьбу. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы павильон. 3 метра шириной, 8 длиной. Два павильона. Брус будет использоваться 100 на 150. На данном этапе будет производиться сборка бруса. Потом каркас и торцы. Вторая часть монтажа. Собираем второй каркас теплицы. Скрепляем его прогонами. Второй каркас почти собрали. Осталось верхние прогоны прокрутить. И вшить стенки поликарбонатом. Третья часть монтажа. Осталось нам стенки докрутить. Дверь доделать, также фрамуги разместить и крышу поликарбонатом перекрыть, также систему подвязки, укосины и автоматы. Ну что, вот у нас монтаж подошел к концу. Стенки мы докрутили, также крышу установили, в каждой теплице по две фрамуги, также две стеновые форточки и доделали двери, также систему подвязки еще. 4 трусика на одну теплицу. Добро пожаловать на канал Уральскую усадьбу. Сегодня у нас произведется монтаж теплицы павильон. 3 метра шириной, 8 длиной. Две теплицы собиралось. Устанавливался каркас на брус 100 на 150. Каркас у нас изготовлен с профильной трубы 40 на 40, 40 на 20 и 20 на 20. Двери нового образца. Дверь форточка. Можно оставить форточку для проветривания, а дверь закрыть. Можно как и целиком зафиксировать дверь для проветривания. Поликарбонат использовался 4-миллиметровый новатор. Везде одета профиль с перфолентой. По торцу уплотнительная резинка, цвет каркаса 8017, коричневый цвет. Вот у нас одна стеновая форточка, и с другой стороны также во втором пролете вторая. Форточки ручного проветривания фиксируются на крючок. Были также установлены системы подвязки. Два тросика с одной стороны и два с другой. Фрамуги были установлены в третий пролет. Проветрено на термоприводах. Автоматическое будет открываться и закрываться. Ну, в принципе, на этом все. Не забываем подписываться на канал и смотреть новые выпуски.